Знаешь, я равнодушна к алкоголю и даже не курю. Я обычная, прости. Но я убита горем. Почему? Спасибо, что спросил. Так трудно идти в ногу с ними. Мне сложно быть как все, ну, как они. Я не хочу быть чёрствой, вредной, лживой, с походкой, с гонором, презрение внутри. Жаль, но наше общество прогнило. Оно готово уважать лишь тех, кто с ними свысока, уныло, использует их для своих потех. Я хочу верить людям, понимать. Их боль, тревогу разделять, чуть-чуть себя им отдавать. А что взамен? Да им плевать. Их цель одна — употреблять тебя всецело, как будто так и надо, урвать кусок побольше, жадно, и ждать твое падение отрадно. Я хочу оставаться собой, слышишь? И что-то подсказывает мне свыше, ты продолжай любить. Я и люблю. Да, я люблю людей. Глупая, наверное. Ведь моя любовь к ним безответная. А я лишь искренность хочу в ответ. И как сказал Омар Хайям, но милости ко мне в людской пустыне нет. В этом мире неверным не будь дураком. Полагаться не нужно на тех, кто кругом. Трезвым оком взгляни на ближайшего друга. Друг, возможно, окажется злейшим врагом. Но если было все так просто, мэтр. Скупиться на признаниях, не слушать льстивых враг. Закрыть себя от мира, жить в отчаянии нет. Уж лучше в дверь Вальхаллы постучаться, мрак. Меня поймет лишь моя подруга, великая вселенная. Она воздаст мне все добро, ведь жизнь бумеранг. Направь лишь на добро свою энергию, чтоб получить любовь свою, поставь ва-банк.